Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня вот получила такую посылочку в коробочке. Сейчас рассмотрим, что там. Я не знаю даже, что упаковали продавцы китайские. Так, посмотрим, что в этой коробочке. Очки. Ох, видите, как упаковали? Коробочка. Бумажка. Дал салфеточку для протирки стекол. Ага, это я себе заказывала лично. Очки. Смотрите, мне не понравились. Парадный вариант будет мне. Смотрите. Душки очень красиво оформлены. Орнамент такой изящный. И не просто нарисовано, а что-то выпуклое такое на нем. Еще сделаны очень хорошо. Внутри придерживает вот такая металлическая часть. Видите, вот придерживает их, удерживает. Будет крепко держаться эта душка к самим очкам. Померяем. Красивые. Я хотела красные очки. Это у меня будут парадные очки куда-то. Пойти, что-то такое, в какие-то инстанции, что-то такое. Вот такие у меня очки. Мне очень нравятся. Я хотела такой цвет, знаете, не черные там какие-нибудь, а именно я хотела красные. Мне очень нравятся. Так, и мне хорошо в них. Ой, красивые очки, девочки. Красивые очки. Я выставляла за доллар... 20, по-моему, очки, то такие. В сумке они лежат у меня в чехле, а это понравились очень. Покажу вблизи оправу. Видите, камешки. Здесь красиво сделано. Салфеточка хорошая. Протирать будем. Видите, красиво все. Все красиво, достойно. Ссылочку на эти очки я дам. Диоптрии всякие там есть. Видите? Ну, мне понравились очень эти очки. Видите, красиво все сделано. Там еще были, по-моему, голубые очки. Два цвета я хотела давно. Красные. Но они не ярко-красные. Видите, такие розоватые. Красивые. Летом особенно где-то одену. Ссылочку на эти очки я оставлю под видео. Заходите на AliExpress, посмотрите. Может, что выберете себе. Удачных желаю покупок вам на AliExpress. И всего вам доброго. И до новых встреч на моем канале.